Уважаемые дамы и господа, студенты, рады вас приветствовать на церемонии награждения лучших китаеведческих центров Республики Татарстан по итогам 2018 года. Я хотела бы представить в начале, в этой торжественной церемонии, участников. Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Уин Цин. Заместитель генерального консула Китайской Народной Республики в Казани Чан Вэй. Проректор по внешним связям Казанского федерального университета Латыпов Ленар Наиль. Декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Институт международных отношений Казанского федерального университета Хабибулина Эльмира Камилина. Заведующий кафедрой алтаистики и китаеведения, директор Института Конфуция с русской стороны Альберт Альфия Рафисова. Директор Института Конфуция с китайской стороны Казанского федерального университета Иян Пинь. Декан факультета иностранных языков Елабужского института Казанского федерального университета Сибгатульна Альфия Ашрафулова. Директора 132-й школы Осипова Ольга Андреевна. Для торжественного слова мы приглашаем консула Китайской Народной Республики в Казани Уин Цин. Спасибо, уважаемые проректор, уважаемые деканы, заведующие кафедрами, преподаватели, дорогие студенты. Мы очень рады, что сегодня встречаться с вами. И сегодня, значит, у нас краткая такая церемония, скромный подарок для Института международных отношений, для поддержки преподавания китайского языка и изучения о Китае. Наверное, присутствующие здесь, особенно большинство изучает китайский язык, уже слышали, что именно позавчера, значит, в Китае торжественно отметили 40-летнюю юбилея политики, реформы и открытости. Это очень важное событие для Китая, потому что в течение 40 лет Китая изменился очень сильно. И похоже, мы хотели бы вам немножко рассказать после этой церемонии вручения подарков. И сегодня также присутствовали директор из школы, который тоже преподает китайский язык. Мы очень рады. Мы очень рады, что в Татарстане больше и больше студентов начали изучать китайский язык. Я всегда говорю, это очень мудрый выбор изучения китайского языка. Потому что китайский язык не только рабочий язык, как русский язык, организация Объединенной Нации, да? И самое важное, что Китай уже стал очень влиятельным государством в мире. И у нас такое большое население почти 10 раз больше, чем Россия. Но территория у нас 2 раза поменьше по сравнению с Россией. И поэтому и Китай, и Россия – великие государства. Китайский народ и российский народ – великие народы. Мы очень рады, что именно Россия – это как великий такой сосед для нас. У нас граница более 4300 километров между нами. Это самая длинная граница во всем мире. Мы очень рады, что вот такая граница уже стала граница мира, граница дружбы, граница сотрудничества. И
между лидерами двух стран сражались очень тесные связи. Я имею в виду председатель кабинета Си Цзиньпин и Владимир Путин ежегодно совершают взаимные визиты. В этом году 5 раз они провели встречи, и в следующем году тоже планируются взаимные визиты. Это именно благодаря стратегическим руководствам высшего руководства двух стран отношения между двумя державами очень стремительно развиваются. Мы поддерживаем друг друга на международной арене, и у нас, значит, вот есть общая позиция и точки зрения по многим важным международным вопросам. Вы, наверное, тоже хорошо знаете, как вы же в институте международных отношений умеете, что обращают большое внимание на эти вопросы. И торгово-экономическое сотрудничество тоже тесно между нами, честнее. В этом году товарооборот превысит 100 миллиардов американских долларов. Это же рекорд. Но у нас есть еще другая цель. Это 200 миллиардов долларов. Мы считаем, что эта цель мы обязательно, значит, достигнем. А региональное сотрудничество является важной частью сотрудничества в отношениях двух государств. Наше генконсульство открыто в Казани. Это тоже свидетельство, что региональное сотрудничество очень важная часть. А то, зачем нам надо здесь открывать, да? И мы же являемся шестым генконсульством в России. Надеемся, что в будущее время, наверное, еще побольше в России, потому что Россия территория обширная. Еще многие субъекты еще, значит, вот только посольство, а то очень неудобно. И поэтому думаю, что китайский язык для вас будет, значит, вот как-то проявлять свои таланты. Значит, вот можно в многих местах можно употреблять китайский язык. И требует и даже сейчас. Потому что мы так встречались с китайскими делегациями, которые приезжали в Казань, они тоже, значит, иногда к нам задают такой вопрос, как можно найти хороших переводчиков китайского языка. Мы говорим, что здесь есть, и КФУ готовит большое количество студентов, которые изучают китайский язык. И еще туристы здесь. Больше туристов приезжают в Казань. Казань как третья столица туристов, да, после Москвы и Петербурга. И вот это больше китайцев сейчас уже узнали. И поэтому думаю, что в будущее время туристов из Китая непременно больше и больше. А у вас комитет по делам туризма Татарстана, они постоянно, значит, с нами связываются. И мы тесно сотрудничаем, чтобы в будущее время как больше привлекать китайских туристов, посетить Казань, Республику Татарстан. Да. Самое важное, чтобы открыть прямой рейс из Казани с городами из Китая. И поэтому вот такая перспектива сотрудничества между нами очень светлая. И поэтому мы надеемся, что кто-то из вас в будущее время, значит, вот будет работать в Китае как дипломатами, потому что институт международных отношений это как карьера подготовки дипломатов. И поэтому я уверен, что в будущее время кто-то из вас обязательно будет дипломатом в Китае. И а у нас вот такие скромные подарки, это как представляет нашего такого сердца, нашу душу. У нас в Китае построили, говорят, наверное, вы знаете, это тетру Ли Чинчин Ижо. По-русски можно сказать, переводить, это не дорого подарок, а дорого внимание.
Наверное, так, да, Светлана? Почти, ладно. Прямо так. И спасибо. Чуть-чуть попозже мы еще обещаемся. Спасибо. Передаем слово проректору по внешним связям Казанского федерального университета Латыпову Ленару Юрьевичу. Приветствую всех собравшихся. В общем, очень рад видеть, вы наши близкие друзья. Говорить о Китае я могу долго, потому что я ребенок СССР, родился в СССР, воспитывался в СССР. И у нас всегда в Советском Союзе говорили самый наш верный брат, и это Китай. И все время ориентировали Китай, это надолго. Вот. И поэтому лишний раз убеждаюсь, что это действительно так. Вот. И наши отношения очень сейчас важны. Это ведь, ребята, все Институт международных отношений. Я уж немножечко с точки зрения международных отношений. Наши отношения с Китаем, они, ну, как мне кажется, они достаточно сейчас крепкие. Притом это в динамике все. Там не думайте, что все так легко и просто. Потому что у каждой страны есть свои интересы. У каждой своей страны есть экономические интересы, но тем не менее удается найти общие платформы. Ну, одним из показателей, вот, например, от нашего, как страны взаимодействуют друг с другом, берите Совет Безопасности ООН. Это осталась единственная площадка, которая так или иначе регулирует вот, отношения между странами. Все остальное все размыто, все нарушено, все порушено. Практически, ну, очень мало осталось каких-то ориентиров. Поэтому очень большая степень недоверия стран друг к другу. У нас степень доверия большая. Вот на этом многое строится. Потому что вот по культуре китайской, по нашей культуре, самое главное это доверие. Вот это вот доверие, оно существует, оно между двумя лидерами стран, не только лидерами, но и бизнесами, и дипломатами. Вот наш уважаемый дипломат, все представители генерального консульства, это опытные дипломаты, они могут сказать, что по многим все строится на доверии, когда начинаются переговоры, строятся отношения. Доверие и правила игры. Вот у нас есть и доверие, и определенные правила игры, где мы оговариваем, как говорится, что мы делаем совместно. Вот я говорил про площадку Совета Безопасности. Вот посмотрите, кто блокирует решения России, кто выступает против, а кто выступает за или воздерживается. Вот китайская делегация, она неизменна. А это я 12 лет в США работал дипломатом, я знаю, и был там вон, и в нашем представительстве, видел, как это все там смешается. Но Китай неизменно у нас там один из стран, который поддерживает. Или поддерживает, или уж просто тогда воздерживается при голосовании. Это показатель. Не на словах показатель, на делах. Нам такая поддержка очень нужна. Очень нужна. Потому что вы знаете, что накладываются постоянно санкции, уже не знают, что выдумывать, какие-то новые санкции. В то время как история показывает, что такие страны, как Китай и Россия, они никогда не ломались под санкциями. У Китая тоже куча санкций и была, и страна прекрасно развивается. Вот. И еще одно уж доказательство. Вот в Китае есть очень хорошее у них правило континуум. То есть у них не революционные, вот скачкообразные эти движения, у них идет континуум развития, континуум реформ. Вот вы сказали, что Конгресс после 40 лет. 40 лет это очень мало. Но сколько сделано? Это страна, которая сейчас, ну, я полагаю, что если все посчитать по-нормальному, и у американцев, и у вас, то у вас сейчас экономика наравне с американской, а скоро и выше будет. Выше, понимаете? Это трудолюбивый народ. Очень трудолюбивый. Вот едешь по Китаю, ребят, кто-то в Китае был? Ну, в провинциях китайских. Вот едешь по дороге, вот там все возятся на полях, все работают, все. Очень трудолюбивый народ. Народ непритязательный, терпеливый такой. И вот постепенно, реформами, без скачков, без рывков таких вот, хотя такие попытки были, но опыт показывал, что вот, пожалуйста, притворяют свою идеологию
под руководством коммунистической партии. Я сам коммунистом был, и не скрываю это, и считаю, что это ничего плохого в этом не было. Идея очень хорошая, и лишнее доказательство, что, как говорится, идеи Владимира Ильича Ленина, который был студентом Казанского университета, они живы и плодотворны. Вот. Но я не об этом говорю. Я просто говорю об удивительной стране. Это удивительная страна. Китайский язык. Не зная китайского языка, китайскую живопись не поймешь. Ни китайскую культуру не поймешь, ведь это идеограммы, да, вот это, вам страшно повезло, что вы занимаетесь таким чудесным делом. Чудесным делом, вы будете всегда востребованы. Вот говоря о картинах, вот, ну, китайские картины вы видели, наверное, да, классические, вот, живопись там, природы, да, вот моя глубокая уверенность, не зная китайского языка, до конца этого не поймешь, потому что китайский язык, это все-таки вот письменность, это идеограмма. Поэтому изучайте китайский язык, изучайте культуру, политику, экономику нам еще долго-долго, я думаю, навеки, пока эта вселенная существует, с китайцами, с Китайской республикой, с народом китайским дружить и вместе взаимодействовать. Спасибо, господин Юрий Альтоса, за ваше внимание. Слово декану Высшей школы международных отношений и востоковедения Института международных отношений Казанского федерального университета Хабибуллиной Эльмире Камильевне. Добрый день. Во-первых, позвольте сказать добрый день вам, господин генеральный представитель Генконсульства Китайского в Казани, Бажан Ленарнаевич, уважаемые гости, которые сегодня здесь с нами, директора школ, представители школ, наши коллеги, которые работают не благодаря рук, чтобы именно китайский язык, китайская культура вот так была любима, наверное, в стенах нашего университета. Ну и, конечно, добрый день вам, наши студенты, без которых бы не состоялась и эта церемония, не состоялся бы наш результат, к которому мы сегодня пришли. Для нас сегодня большая честь здесь, в этом институте, принимать, может быть, эстафету, а может быть, звание лучшего из центров китаеведения в Республике Татарстан. Для нас большая гордость идти в ногу со временем, с требованиями и добиваться таких успехов. И если мы сегодня здесь, а это очень, наверное, символично, да, подводить эти итоги в декабре, действительно, в конце года, если мы сегодня здесь, и вы говорите, что мы достигли этих результатов, наверное, это показатель того, что мы все вместе идем правильной дорогой. Вы, наши дорогие студенты, наши уважаемые преподаватели, вы, наши гости, которые поддерживаете нас в нашем деле, в деле образовательном. И для нас действительно этот год был очень показательным, очень плодотворным. Я уже не буду говорить о том, что количество студентов, изучающих китайский язык на различных направлениях, а у нас всего 22 направления в институте, и 12 из них уже реализуют китайский язык, как первый восточный, как первый иностранный. Для нас было достаточно символичным и очень важным, что именно в этом году мы получили лицензию на образовательную магистерскую программу. Теперь мы сможем набирать студентов и в магистратуру по востоковедению, африканистике. И одной из первых программ будет как раз программа по китайскому языку, китайский язык в профессиональной сфере. Мы понимаем, что эти отношения, которые развиваются, о которых Ленар Ильич сегодня тоже подчеркнул, очень динамично и очень плодотворно, требуют специалистов, переводчиков, специалистов в области экономики, в области истории, языка. И я думаю, что вы, наши уважаемые студенты, в перспективе будете именно теми, кто будет продолжать эти хорошие отношения. Вы будете вспоминать сегодняшнюю встречу и говорить: «А, так это же было еще тогда, а мы сегодня пришли к этому», и, возможно, уже будучи дипломатами, работающими в Китае или в других странах, будете приходить и делиться своими опытом и своими успехами. Поэтому для нас это действительно очень приятно. Очень горделиво, мы гордимся. Спасибо вам, господин генеральный консул, за то, что вы позволили нам называться лучшим центром. Я думаю, что мы постараемся держать эту эстафету и не упускать ее и на следующий год, и, может быть, в перспективе нескольких лет. Я хочу поблагодарить директоров школ, которые всегда работают с нами в большой команде, в дружной команде, потому что образование, оно неразрывно, оно начинается с детского садика, да, оно начинается в семье, продолжается в детском садике и растет до университета. И благодаря вам, вашим выпускникам, наши студенты имеют возможность еще больше развиваться, еще больше развивать свои компетенции. И со своей стороны хочется отметить, что мы будем делать все возможное, максимально все возможное, чтобы не терять эстафету победителей, чтобы стараться быть лучшими, чтобы готовить лучших специалистов. Ну и надеемся, что ваша поддержка, вы будете с нами всегда рядом. Для нас это действительно большая честь, достоинство.
И хочется вас поздравить также с наступающим Новым годом. Я знаю, что у вас он настанет позже, но один перетекает в другой. Пожелать вам, вашим семьям здоровья, процветания, чтобы у вас все было хорошо и в карьерном росте, и в семьях. Это тоже очень важно. И вас, студенты, также поблагодарить за вашу работу, пожелать вам ни пуха, ни пера, эта сессия, которая для многих начнется вот только-только первый раз в жизни, чтобы у вас тоже все получалось. Спасибо вам большое. Слово передаем заведующей кафедры алтаистики и китаеведения, директору Института Конфуция с русской стороны, Олег Бервой, Альфия Анфиса. Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые гости, уважаемый генеральный консул, уважаемые представители генерального консульства Китайской Народной Республики. Мне очень приятно, что сегодня в таком достаточно большом зале нас собралось так много. Все студенты, которые изучают Китай, изучают китайский язык. Я думаю, что сегодняшняя лекция, которая затем последует после торжественной нашей церемонии, станет... Она даст вам новые знания, новые возможности, новые сведения о российско-китайских отношениях, о Китае, о тех реформах, которые сейчас происходят в Китайской Народной Республике. И я сейчас от имени директора Института Конфуция хотела бы поблагодарить Генеральное консульство за ту поддержку, которую они оказывают для развития вообще китайского направления во всем Казанском федеральном университете, не только вот в Казани, но и в Елабужском институте, за те мероприятия, которые мы проводим совместно. И я надеюсь, что в новом году у нас будут новые интересные проекты, и мы от имени директора с российской стороны, от имени директора с китайской стороны, я хотела бы сказать, что мы сможем достичь новых успехов, новых результатов в новом учебном году, в новом календарном году. Еще раз спасибо. Ну и сейчас хотелось бы все-таки предоставить слово молодежи. И сейчас хотелось бы пригласить студентку 4-го курса Института международных отношений Казанского федерального университета Тхон Пиру Читру. Цзунгинда Уинцэн Зунлингши, гэвэй дзябин, лаошэмэн, сэшэмэн, шангухао. 首先我想说我们很高兴主喀山总领事馆正式开馆了我们对中俄关系正在加强非常高兴我们也希望两国合作能带来新的就业机会我们的学生将成为真正的专业人士 代表着我们学院对您的支持表示深深的谢意我们真正的希望并相信我们的学生在学习中文方面得到高的成绩我们也希望我们的学生在我们的学生将为汉语发展和普及做出 贡献，谢谢大家。А теперь мы начинаем церемонию. Для вручения подарков приглашаем заместителя генерального консула Китайской Народной Республики в Казани Чен Вэя, а также приглашаем директора 132-й школы Осипову Ольгу Андреевну. Аплодисменты еще раз. И памятная фотография. Сейчас для вручения приглашается директор 183-й школы. Ага, она подошла. Галинова Светлана Асхатовна. Еще раз аплодисменты.
для вручения приглашается генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Уин Цинь. Приглашаем на сцену декан факультета иностранных языков Елабужского института Казанского федерального университета Сибгатульну Альфию Ашрафуловну. Также вручается подарок и фотография. Далее вручается подарок Центру синология. Альфия Рафисовну мы, наверное, пригласим на сцену вместо нашего Евгения. Спасибо. Спасибо. Я хочу еще раз поблагодарить вас, господин генеральный консул, за все то, что вы делаете для нас. Ведь это не только подарки, которые сейчас, да, это поддержка во всех мероприятиях. Вы всегда с нами. И поверьте, и для наших студентов, и для нас лично, для всех, это очень большая честь, когда вы со своей позиции всегда поддерживаете нас, и наших филологов, и наших дипломатов, и наших историков. И поэтому мы хотим вручить вам благодарственное письмо, мы надеемся, что оно найдет место в вашем кабинете. И даже если вдруг так получится, что судьба вас уже перенесет в другие страны, вы будете работать там, пусть это будет небольшим напоминанием того, что мы благодарны вам до окончания вот всех дней и всегда будем с вами, в вашем сердце, надеюсь. Это вот небольшое благодарное письмо, спасибо, которое мы хотели вам вручить. Я буду сохранять вечно. Спасибо. Мы рады вас всегда, поэтому наши двери для вас всегда открыты. Спасибо.